Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Хранитель монстров». Ну что ж, продолжить мы с вами начинаем именно с того места, где и закончили. А в данный момент на горной тропе мы находимся. И давай посмотрим, что у нас здесь. Так, я могу подниматься выше, соответственно, я открываю новую территорию. Опа, сундучок. Интересно глянуть, что там. Дымовая шашка позволяет отступить во время боя. То есть, если мы с вами попадаем на более сильного противника, я могу сбежать с этого боя. А вот здесь уже интересно, я могу пойти в эту сторону. Давай-ка посмотрим просто с тобой. Опа, какой-то мостик. Какой-то мостик. И... ого! Друзья... ой, смотри. Он не против подраться, но мне кажется, он сильный. А давай рискнем, а? А что мы теряем? Если что, сбежим, да? Давай попробуем. Ух ты, их там несколько даже. Так, это Йоуи. Нифига себе название. У него третий уровень. В принципе, их здесь двое будет. Ну что же, начать бой. Попробуем, друзья мои. Вначале, я думаю, мы, наверное, сделаем выстрел с Лизи. Ой, как он мало отнимает здоровье. А давай, наверное... Да, тогда лучше выстрел с Лизи. Немножко, друзья мои, я... поставил скорость не 1х, а 2х. Ну, чтобы у нас бои проходили немножко быстрее. Так, давай, наверное, мы сделаем с тобой избиение и взрыв. Да. Шикарно, нам остается только лишь добить. А что он делает? Так, у него тоже есть избиение и перьевая буря. Давай, наверное, добьем с тобой вот этого Йоки, или как его там величать. Так, избиение, мощь, воздушный серп. Но я думаю, что избиение будет лучше всего. Да, лучше всего, плюс взрывом. Немножко подбомбим. Перьевая буря. Ага, слушай, ну мы не такой уж и сильный дамаг получаем, поэтому давай, наверное, добьем птичку. А потом уже займемся тем амбальчиком. Конечно, хотелось бы получить яйцо. Мне кажется, он именно физический урон наносит. А нам нужен хоть один монстр, который может именно физический урон наносить. Ну-ка, давай стрелу магическую. Избиение плохо. Ой, воздушный серп вообще хуже. Давай, наверное, тогда избиение. И взрывом добьем. Да. Вот так вот. Ну что же, победушка за нами. И результат 3 звездочки. Так, мы получили только лишь малое зелье и 34 голды. Плохенько, плохенько. Даже уровня не заработали мы с вами, но посмотрим, что... опа, два сундучка, прикинь. Давай-ка посмотрим, что у нас тут. Книга, это мана плюс 20 и регенерация маны плюс 12. Неплохая книжонка. Так, а здесь исцеляет цель на 150 по 3 разика. Слушай, а я могу? Наверное, не смогу, да? Я туда подняться? Как у нас там летать? А, вот, вот, я вспомнил. Ну-ка, давай-ка попробуем, птичка. Эть, не получается ей меня донести. Ладно, тогда мы пойдем с вами в том направлении, откуда пришли. Нам нужно еще здесь много чего пооткрывать. И много монстриков нам еще предстоит встретить. Кто-то из подписчиков написал: «Рэй, эта игра мне напомнила, говорит, покемонов». И сказал, что... так, раковина, защита плюс 20. Говорит, типа, огненный. Сжигает траву. Кстати, у меня огненный есть. Ага, котейка ходит. И тут мы видим с вами еще сундучок. Получена лента. Здоровье плюс 55 и манна 20. Кстати, давайте что-нибудь, наверное, поставим нашим, как говорится, питомцам. Снаряжение, блоб. Что у тебя? Так, я могу ему поставить ленту или книгу. Ну, и, наверное, книгу, наверное, да? Хорошо. Так, следующий у нас будет кто? Вайра. А ну-ка. Раковина. Давай, наверное, раковину поставим. А уже нашему орлику... а что лучше нам влепить? Ленточку? Или же... так, защита 10 и мана регенерация 12. Давай-ка, наверное, мы поставим ленту. Вот так вот будет оптимально, я думаю, да, для нас.
Мне вот, знаешь, что интересно? Что, помните, есть такая штука — кормить. Вот навыки, отряд. Нет, не в отряде, а где там, в статусе. Ну, вы помните, да, наверное, в тех сериях у нас была такая кнопка выбора — кормить, то есть нашего питомца. Так, что у нас тут? Из раны той в дар миру молодому вдруг горы выросли и реки разлились. И все живые твари здесь как дома, что в мире жить с природой поклялись. Вот такая вот цитаточка, друзья мои. Так, ну а мы с вами, наверное, этих перепрыгнем олухов. Не хочу с ними тут драться. Или стоит подраться? Нам нужно получать опыт, верно же? Ладно, так что вы, давай подеремся. Все равно у нас ускоренный бой с вами идет, так что я думаю... Так, я думаю, ничего страшного здесь не будет. Тем более, смотрите, эти йоуи, они огненные. То есть, а у нас с вами два водяных. То есть, посмотри, у нас даже атака повышена по ним. Поехали, друзья мои, поехали. И начнем с выстрела слизи. Погоди-ка, а... У меня выстрел... Погоди-ка, я на эту кнопку мог еще выбирать уровень? Я не знал, что если я буду нажимать на кнопку, как он там, X, у меня получается вот. Тут я трачу 80 маны, да, тут 50. Соответственно, наверное, тут и выстрел будет. Ну да, смотрите, урон-то будет повыше. Так, давай-ка котейку, наверное, бомбанем. Во. Так, а теперь посмотрим, есть ли у нас тут. Так, воздушный серп не меняется, избиение не меняется, а вот мощь я могу поменять на силу, оказывается. Вот оно что. Давай-ка мы, наверное, сделаем с вами мощь. Отлично. Так, а взрыв? Ага, тут ничего не меняется. Ну ладно, давай попробуем, наверное, бом... Во, ну взрыв, конечно, тут шикарен на самом деле. Очень шикарен. Я вот думаю, если мы с вами будем ставить кольца... Ого, кольца на манну. Это же просто прибавка к манне нам идет, да? Не магический все-таки это удар будет, мне кажется. Так, что там ререйдж? А что такое ререйдж? Хм. Ну, например, и что? Немножко не догнал. Ну, какой-то ререйдж тут есть. Видите, я могу что-то сделать. То ли поменять. А, поменял, я понял. Я просто вниз, да? Это дело поставил. Ну, ладно, давайте атаковать теперь вот этих вот йогуртов, мне их так проще называть. Избиение, да? Ну да, почему бы нет? Будем сейчас бомбить их. Отлично, и взрывом добиваем. Шикарно. Кстати, мы скоро с вами получим уровень и прокачаем новые какие-то спецвозможности. Ах ты, манна кончилась у нас уже. Ладно, давай траванем, сделаем избиение и добьем. Нет, не добьем. Хотя добили, взрыв сработал, все отлично, друзья мои. И скорее всего мы... Ох, 4 звезды, яйцо йоуи. Кот Серкер, ничего себе, ребята. Если мы с вами набираем 4 звезды или более, я так понимаю, что нам достается яйцо. Шикарно, плюс мы получили с вами по уровню. Ёпрсы, друзья мои, у нас будет, кажется, прибавка сейчас в плане монстриков. Куда это, в сумку, да? Так, яйцо, конечно, конечно, будем вылуплять его и смотреть. Красавчик. Да, пускай так и называется он. Так, и следующее яйцо — это вот именно кот Серкер, да? А, ну-ка. Ну, он стопудняк физухой занимается, поэтому все отлично. Что тут? Картошка, яблоко. Мне это не надо. Навыки, конечно же, навыки. Давайте глянем. Так, Блоб у меня получил уровень, и мы будем с вами прокачивать. Слушай, давай мы выучим кислотный дождь, в конце концов. Да? Чтобы у него была еще какая-то атака. Следующий у нас идет кто? А кто у нас идет следующий-то? Кто у нас уровень-то получил? А, вот, вот, орлик наш. Наш орлик получил уровень, и мы можем прокачать перьевая буря второго уровня. Также можем и гром прокачать, да, удар молнии тоже второго уровня. Кстати, неплохой урон будет бомбить. Но я думаю, что лучше нам прокачать, конечно же, взрыв. Ты посмотри, 250% физического урона огня. Да, я думаю, что это будет оптимально для нас. Слушай, смотри-ка, а тут они уже имеют по 2 очка навыков. Как это так? Хм, это круто. Так, что это такое? Канал.
накладывает канал, положительный эффект на весь отряд. Мана 60, вот оно что делает. Смотри, какая насмешка. При попадании на союзника с вероятностью 25% атака перенаправляется на этого монстра. Ничего себе. Так, это у него ледяной град. А это у нас рывок, да? 180% физический урон нейтральный. Давай-ка выучу, наверное, нейтральный и сразу же вторую версию. Угу. Так, и катсеркер. Воу-воу-воу, у него тут, смотри-ка, регенерация, ты представляешь, есть? На весь отряд. Воу. А ну-ка давай, родной. Слушай, тут еще и приспешник, положительный эффект, но это на случайного монстра. Но в любом случае на весь отряд ложится регенерация, поэтому давайте изучим. Хотя, наверное, надо было вот этот ударчик прокачать. Когти. Ладно, друзья мои, я уже доволен, что у нас появились два новых монстрика. Ух ты, я куда-то пришел. Смотрите, какая-то деревня, довольно миленькая. В загоне у нас блобы. Вау. Какой-то дедушка. Поговорить. Оу, неужели это мой старый друг? Привет, Буран. Сколько лет, сколько зим. Я привел тебе нового ученика. Он только что обзавелся первым монстром. Думаю, ты можешь преподать ему несколько полезных уроков. Так это ты новый хранитель призрачного фамильяра? Меня зовут Старым Бураном. Я поселился в конце тропы хранителей, чтобы рассказать новичкам о том, какие обязанности на них возлагаются, как на полноценных хранителей монстров. Но сначала нужно проверить, достоин ли ты этого звания. Ну что еще за испытание, а? Всегда внимательно изучай своих врагов. Некоторые говорят, что исход битвы решается еще до ее начала. Я блоблов выращиваю сам, и они сильнее тех, что тебе встречались до сих пор. Как видишь, их уровень куда выше. Где? Ну, правильно, у него 5 уровня блобы. А еще ты можешь узнать слабые и сильные стороны своих противников. Мои блобы уязвимы к атаке ветром. А у меня есть ветрен, у меня, по-моему, нету. Начать бой, конечно же. Так, что у нас на выбор? Выстрел слизи, это не то. Что будем делать-то с вами, а? Дождь кислотный. Не катит. Давай, наверное, так сделаем, а? Для начала. Посмотри в верхний правый угол экрана. Там находится счетчик комбо. Ну, это я вижу. Любое действие во время боя увеличивает счетчик. Чем чаще ты наносишь урон врагам, лечишь союзников или читаешь заклинания, тем выше счетчик. Чем выше счетчик, тем выше урон последующих атак. В конце каждого хода счетчик комбо обнуляется. Поэтому имеет смысл сначала задействовать слабых, защитных или вспомогательных монстров, чтобы набрать на счетчике побольше. Это позволит максимально увеличить урон, который нанесут позже нападающие монстры. Так, вы что-нибудь поняли, ребят? Я так понял, что счетчик комбо нужен до максималки разогнать, да? Ну-ка, давай-ка попробуем. Ну, например, 9 комбо, да, у меня. И что это мне дает? Ну, вот взрыв. Так, X. А, у меня вторая версия взрыва стоит, поэтому давай попробуем бомбануть. Слушай, я немножко не догнал насчет вот счетчика комбо. Так, ладно, погнали дальше. Бомбанули. Так, опять избиение. Может быть, серп лучше? Давай серп попробуем. Так, ну, опять же, комбо 9. Комбо 9. Ага, но здесь мы можем добить. Причем любым ударом. Ну, давай перьевым, так уж и быть. Слушай, мне кажется, мы здесь с вами победим. Магическая стрела 2 уровня. Пузырчатый взрыв. И кажется, нам нужно кое-кого подхилить. Да-да-да, именно нашего Вайера. Кстати, вот за хилку тоже идет счетчик комбо. Я вот заметил. Так, ну что, приступим, пожалуй. Избиение. Нет, воздушный серп. Да. Ага, неплохо. Дальше сделаем мы с вами. Давай. А, смотри-ка. Удар молнии и стрелочка вверх. То есть
То есть повышенный удар получается, да, какой-то? Ах ты жук, а, захилялся, захилялся. Ну ладно, ты думаешь, это тебе поможет? Нет, я все равно пройду это испытание, ребят. Чего бы мне это ни стоило, я буду это испытание проходить. Опять исцеление, а? Ты посмотри на этого жука. Ну так, дай-ка кислотный дождь. Попробуем. Пролом брони был, да? Так, теперь избиение. И добиваем все-таки мы этого блоба. Все, шикарно. Ага, продолжаем с вами нашу эпопею. Наверное, мы подхиляемся маленечко, да, с вами? Потому что, ну, здоровья, сами видели, маловато уже было. И продолжаем бомбить последнего этого блобика. Так, пол хп у него осталось. Он делает магическую стрелу. Я думаю, что это зря было сделано. Мы дальше продолжаем выстрел слизи. Опять же, да, лучше воздушный серп применим. Угу. И взрывом добьем. Вот и все. Победушка. И 3 звездочки, да? Маловато. Малое зелье и все. Так, уровень есть. Это как раз на Ваера, на нашу птичку. Получает он 4-й левел. Неплохо, совсем неплохо. Ты прошел по тропе хранителей и одолел моих монстров. Но чтобы стать хорошим хранителем монстров, придется пройти еще одно испытание. Юный хранитель, следующее испытание будет куда сложнее. Прежде чем приступать к нему, тебе стоит подготовиться. Если у твоих монстров остались нераспределенные очки навыков, распредели их. Угу. А на что он намекает, а? Что сейчас будет жесть какая-то? А, вот, смотрите, друзья мои, видите, вот где кормить. Вот кормить-то где было у нас. Ух ты, могу кормить. А что это дает? А, манна 12 и здоровье 30. Слушай, это неплохо. А, дай-ка я, наверное, вот нашему орлику скормлю манну. Да, манну. Видите? Манна плюс 12. А если я картошечку еще закину, то и здоровье плюс 30. То есть я могу только 3 раза покормить своего питомца, да? Потому что только 3 ячейки там есть. Ага, понял я. Ладно, давайте мы Ваера что-нибудь прокачаем. Все-таки он получил у нас очко опыта, да? Skill point. И мы прокачаем, наверное, воздушный серп 2-го уровня, потому что это получается 4 выстрела по 55%, а в общем количестве это получается 220% физического урона ветром. Вот так вот. И, кстати, у нас же эти котофеи всякие, да, и йоуи, они же у нас не обуты, не одеты. Поэтому давайте зайдем в снарягу. Никакой деревянной палки. Так, сфера. Физуха уменьшается на 25. А он у нас, по-моему, боевик, поэтому не стоит трогать палку эту пока. Вот браслетик можем надеть. Да, браслетик можем надеть. Давай посмотрим на нашего йогурта, что там у него по снаряге. Ну-ка. Да все равно, ну господи, если мы уберем у него физуху, да, 25%, это вообще у него останется всего лишь, сколько там, 19. Нам это не нужно, да, 19 к атаке. Не-не, ребята, я пас. Ну что, вроде бы очки распределили. А, мы можем войти домой к нему? Серьезно? А что у него тут делать? Действие. Название у этих книг такие. Потомственная книга об обращении с блобом, с блобами и руководство по тайным местам заповедника монстров. Хе-хе-хе, понятно. Ну что, я вроде бы готов пройти следующее его испытание. Слушай, он там какой-то ханурик стоит, спрятался, может быть, тронуть его? Ага, не могу. Слушай, мне кажется, он мне его подарит. Наверное. Ладно, давай поговорим с ним. Ты подготовился к настоящему испытанию? Да? Хорошо. Ты показал свою храбрость, но на этот раз тебе придется сразиться не с обычным монстром. Я так и думал, я так и думал. Оп-оп-оп, это какой-то робот, что ли? Точно, смотри-ка, смотри-ка. Твою ж налево. Очень сильных монстров часто называют исполинами. Паровой голем, вот кто это, 6-го уровня.
У них больше здоровья, они наносят больше урона и могут действовать несколько раз за ход. Ты хранитель монстров и обязан заботиться о них. Так что все логично, одолей Исполина и сможешь вступить в Орден Хранителей Монстров. Покажи мне, чего ты стоишь. Ох, ребятули, я даже не знаю, но по идее я его должен одолеть. Обязан просто, мне нужен этот титул. Поехали, друзья мои. Ой-ой-ой, ты посмотри, сколько у него здоровья. Как я его бомбить-то тут должен? Ну, начнем, конечно же, с выстрела слизи. Но я думаю, что мы его отравить не сможем, потому что это голем. А нет, отравили. Вот, воздушный серп нам в помощь. Бомбим. Уже неплохо. Ой, а взрыв вообще ничего не отнимает. Так, зато удар молнии. Давай, применим. Отлично. Да ладно тебе. Да хорош ты, мне еще блоба сейчас завали. Ну-ка, лечимся, обязательно лечимся и начинаем. Может, мощь нам сделать? Давай мощь применим. Так, ага. Удар молнии, конечно, да? Давай, применять удар молнии. Видимо, так как он электрический, железный. Что он там на себя повесил еще? Это защиту, что ли? Точно, защита. Ты прикинь, он на себя повесил доп-броню. Она отмечена сверху. Над полосочкой жизни. Так, ну слушай, ну неплохо сносит воздушный серп. Поэтому давай попробуем, наверное. Так, и шанс еще даже немножко отобрать у него здоровье. Естественно, молнией. Так, отличненько. Щит, опять он щит на себя вешает. И атаку еще применяет. Вот засранец. Слушай, надо было не брать блоба, потому что он тут бесполезен. Но он единственный, кто, по-моему, у нас может хилять. Да, больше никто хилять у нас не может, а вот он. Так, а что это такое? А что если я нажму на Ю? А, это показывается, что у меня за бафы, да? Смотрите, ребята, видишь? Баф инфо. То есть физические навыки наносят на 20% больше урона. А вот этот вот исполин почему-то не переведено, что он делает. Также у нас переведено волшебство и яд. Угу. Ой, ну давай. Давай молнию опять же прописывать. Причем он уязвим к ней. О, слушай, неплохо, уже очень даже хорошо. Блин, жалко мне Аэра, давайте-ка его вылечим, родного нашего птенчика. И продолжим. Слушай, я думаю, уровень мы точно получим за прохождение этого исполина. И самое главное, что я хочу его получить к себе в коллекцию, ты понимаешь? Правильно, кстати, один из подписчиков написал, что эта игра ему напомнила покемонов. Да, я, кстати, думал, на что же она похожа? Действительно, на покемонов. Мы с вами находим монстров, ловим, учим, развиваем. Ну, немножко, конечно, графика специфическая, но мне почему-то нравятся именно вот пиксельные игры, поэтому эта игра вполне меня устраивает. Победа, друзья мои! Сколько звездочек? А ну-ка. 3. Так, железо. Это обычный материал для улучшения второго уровня. Материал для улучшения первого. А что мы можем с вами улучшать? Интересно, я не могу понять. Так, ну, дайте. Воу-воу, все по уровню получили. Поздравляю, тебе удалось одолеть своего первого исполина. А поэтому теперь ты хранитель-кандидат. Больше от тебя ничего не требуется. Тем не менее, постой немного и послушай, хорошо? Просто в заповеднике происходят вещи, которые меня беспокоят. Видишь ли, монстры не могут стать такими сильными сами по себе. И исполины обычно не допускают к себе других монстров и не позволяют хранителям командовать ими. Исполины — это всегда аномалия. И в природе они встречаются крайне редко. Я сам усовершенствовал этого голема, чтобы он стал сильнее. Но даже я не мог контролировать его долго, поэтому большую часть времени он проводит в выключенном состоянии. В последнее время хранители-следопыты сообщают о том, что в заповеднике развелось много исполинов. Я регулярно получаю письма в аэропочтой от следопытов, которые застряли в дальних уголках заповедника в боях с исполинами. Кабы не мои старые кости, я б сам прошел тряхнуть стариной. Хорошо еще, что я в силах обеспечивать безопасность на тропе хранителей.
Я запер исполина в пещерах недалеко отсюда. Ты можешь разделаться с ним, если чувствуешь, что готов к такому заданию. Получено ключ от горной тропы. О-оу. Ага. Вспомнил я ту тропу. Но пока ты здесь, я хочу преподать тебе еще один урок. Дал елки-палки. Буран, успокойся. Не беспокойся, тебе больше не придется драться с новыми монстрами. Этот урок посвящен кормлению монстров. А я уже разобрался с этим делом. Так, получено 2 яблока. Получено 2 картошки. Кормление повышает характеристики монстров. Ну, я уже разобрался, ребят, с этим делом. Заботиться о монстрах крайне важно, если ты хочешь сражаться с другими исполинами. Но монстр получает эффекты только от последних 3 продуктов. А теперь хочу пожелать тебе удачи на твоем пути хранителя монстров. Что ж, теперь ты хранитель-кандидат. Но чтобы расти в ранге, тебе придется победить больше исполинов. Кто знает, может быть, именно ты станешь мастером-хранителем. Такой рождается лишь один раз за несколько поколений. Мы можем разделаться с тем другим исполином прямо сейчас, а можем сначала вернуться в крепость хранителей. Выбирать тебе. А как я могу? Либо сейчас, либо потом. Ну, я не знаю, друзья. Давайте, наверное, сейчас сходим, да? Исполина. А как вы думаете, я смогу его победить, а? Так, подожди-ка, мы же уровни получили, елки-палки. Навыки, конечно, навыки. Давайте изучать. Ой-ой-ой-ой. Магическая стрела. Давай-ка мы, наверное, прокачаем ее, да? Здесь мы с вами сделаем избиение 2 уровня. Все будет, пускай у нас будет по 2 уровню. Так, здесь я прокачаю, пожалуй, молнию 2 уровня, потому что тоже неплохо бьет. Так, у йогурта мы прокачаем, наверное, вот этот вот удар. Вот этот вот, ледяной град. Ага. А здесь, наверное, мы прокачаем... А, плюс еще 50% к критическому урону. Вот так-то вот, а. Друзья мои, не просто так этот котейка у нас. Так, ну что, друзья, давайте, наверное... Ой, опять упал. Давайте, наверное, мы сейчас пойдем в обратном направлении, да, и попробуем пробить те зеленые... Кстати, мы можем вниз упасть. Смотрите, у нас тут что-то есть, какой-то проходик, и мы здесь не были. Ого. Ого. Слушай, ну это борзость. Я же не могу здесь ничего сделать. Видимо, мне туда пока еще рановатенько. Так, давай-ка мы ниже спустимся с вами, посмотрим. Опа, сундучок здесь, смотри-ка. 100 голды. Слушай, а голда, наверное, здесь нужна... Погоди-ка секунду, а как? Ха! Тут стена, судя по всему, ведь так? Какая-то невидимая. Точнее, стена видимая, но ее должен кто-то пробить. Слушай, а может быть, как там у нас меняются? Вот так вот вроде бы, да? Ага. Ну, котейка. Вау, ты понял, что котейка делает? Ха-ха, ребята, я разобрался. Котейка бомбит стены. Ух ты, я шлем получил. А давай-ка глянем. Давай-ка глянем, конечно же. Обязательно смотрим. Так, котейка, крутой чувачок. Давай-ка мы тебе, наверное, шлем и наденем. Защита 10, атака 10. То, что нужно, как раз для него. Ему, конечно, палку бы из рук убрать бы эту. И было бы все четенько. Так, ну что? Ой, 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 сколько тут котейков. Хе-хе-хе. Ой, елки, я хотел перепрыгнуть, друзья мои. Слушай, давай мы, наверное, с тобой выберем других немножко. Вот я блоба... Нет, блоба нельзя убирать, да? Давай, наверное, птичку берем и поставим катсеркера, да? Ну, это типа берсеркер, что-то типа того. Так, а как поменять-то? Подожди, а как тебя поменять-то, родной? Я что-то не могу понять. Ну, и? Так, может быть, надо сюда нажать? Друзья мои, я что-то не могу понять, если честно, как поменять. Ну, давай... Вот, вот. Ага, все. Мы просто с вами выбираем кнопочкой тех... монстриков, которые нам нужны, и они у нас остаются. Ну что, проверим с вами когти, как они работают. Я уже вижу, как они работают. Они будут великолепно себя показывать. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой, классненько. Так.
Ну, я, честно говоря, хотел Блоба-то убрать, хотя нет, он мне нужен. Он же только может хилять у нас. Поэтому без него, ну, как бы, ну, не обойтись нам, понимаете? Так, и сделаем, пожалуй, с тобой удар молнии, да? Хотя, что удар молнии, что взрыв одинаковое количество манны у нас отнимают. Ах ты, мелкая прыщалыга, она меня поджарила, друзья, она меня поджарила. Ой, хиляемся, хиляемся, потому что котейку можем потерять. Хотя у нас есть очень много всяких приблуд, да, те же самые перья фениксов, которые могут возродить к жизни. Вот, смотрите, видите, например, мы можем с вами предметы использовать. Вот у нас отступить от боя можем, так, снимать отрицательные эффекты. Вот, например, смотрите, оп, и огонек должен убраться. Но за это мы с вами теряем ход, понимаешь? То есть мы применяем снятие, например, негативного эффекта, но это вместо удара как бы проходит. То есть мы с вами тратим действие. 4 звезды, друзья мои. И, слушай, хлопок и ягодки. Крит урон плюс 6%. Это, кстати, для ближника, думаю, будет очень, очень даже хорошо. Да? Я думаю, вы со мной согласитесь, поэтому давайте нашего котейку мы немножечко прокачаем. Что-то он мне так понравился, этот котейка. Ну ладно, тебе, а сюда? Ага. Сфера, нет, ну нельзя, ребята, ему понижать. Нельзя, понимаете? Блоб, ты там как себя чувствуешь? Манная регенерация, так, защита 20. Ой, как эта сфера, вот я не знаю, ребят, ну он... Она для мага хороша, я не спорю. Вот чисто на магический урон она вообще замечательная. И все. Так, давай тогда мы, наверное, с тобой покормим. Ёлки-палки, а чё мы теряем с вами? Да ничего, у нас очень много картошек, очень много всего. И поэтому давайте котейку мы покормим с вами именно крит, вот, на крит урон. Да. Здоровье и манна, я думаю, что это не обязательно. Давай вот, наверное, аэро мы поставим с тобой манночку, да? А нашему блобику, который слабенький, мы дадим картошечку. Ну, вот так вот как-то. И продолжаем наш путь. Ой-ой-ой, что-то как-то тут факелочки. Оу, друзья мои, мы куда-то с вами прибыли. Шлем волшебника, защита плюс 10 и магия плюс 10. Ага. Ха. Слушай, наверх можно попасть. Так, котейка, давай-ка я, наверное, в данный момент тебя уберу. Это как там у нас делается-то, я уже забыл. На какую кнопку? Ну, путаюсь, друзья мои, путаюсь. Так, нам нужен орлик, так? Не, вот, вот, все, все. Теперь запомнить бы это. Так, ну что, разбегаемся, наверное, да? И... А вот тут вот, вот тут, ребята, загвоздочка. Ух ты, смотри-ка. Это что такое? Погоди, погоди, птичка, не трогай меня пока. Я, кажется, понял. Я, кажется, понял. Для этого нам нужен огненный, да? У меня феникс огненный. А ну-ка, примени. Да. А у тебя спецвозможность — это поднимать меня в воздух, да? Плохо. Там нужен, видимо, вот здесь, например, водяной. Ну, тот, кто может бить стихии воды. А кто у нас? По-моему, вот этот, да? Он может... Смотри-ка, проламывает... А, проламывает невидимые стены и двигает тяжелые камни. Вот же все прописывается, господи. Так, разрезает побеги и проламывает невидимые стены. Так, позволяет летать. Позволяет летать. О, сферы воды. Вот кто. Блоб не нужен. Ты прикинь, ребят, ну вообще игруха отпад на самом деле. Получено 2 их зелья. Вот огненного нет у меня монстрика. Нету огненного, поэтому вон ту сферочку мне пока никак не активировать. Понимаете? Жаль, очень жаль. Слушай, я не могу здесь подняться наверх. Это мне что, придется как-то оббегать все это? Погоди секунду, а как же... А как я наверх попаду? А, вот, вот здесь вот есть, да? Ну что... Давайте с вами забираться на самую верхушку. У нас там еще побеги, помните, преграждали нам путь. Я ведь это прекрасно все помню. Кстати, смотри-ка, здесь вот тоже что-то такое есть. А, ага, мы здесь были с вами, да? Мы здесь были с вами. А зачем мне наверх идти? Мне нужно вот по этой тропиночке с вами шуршать. Я здесь читал это все дело. Ну что, нужно куда-то разогнаться. Ну, ать, хочу. Блобы эти. Я хочу просто перепрыгнуть, ребят. Да елки-палки, идите.
Вот, вот, у меня получилось. Они мне не нужны, мне нужны новенькие монстры. Новенькие, ты понимаешь? Вот, например, гусенички можно. Потому что если мы их подобьем, да, и вдруг, ребята, у нас... Слушай, ну как же вот на постоянку-то мне выбрать? Чтобы вот не каждый раз так выбирать, а чтобы он на постоянку у меня был. Так, ну давай, коготочки свои выпустим. Дальше мы с вами применим выстрел слизи, нет? Да, выстрел слизи. Давай, опа. И быренько добьем это все дело. Интересно, а тут будут массовые атаки? То есть, чтобы я не по одному врагу бил, а по всем трем. Мне вот этот вопрос очень интересен. Мне кажется, должны быть. Ребят, там видели, там какие ветки прокачек? Елки-палки, опупенные просто. Там, по-моему, новые ветки открываются с 10 уровня. А мы с вами какого там? 5-го, да, по-моему, уже? 5-й уровень, всего лишь 5-й. Ну... Согласитесь, за нового подбитого исполина, да? Ну, скажем так, раритетного монстра нам будут давать довольно некислый уровень. Так, давай мне яйцо. Нет, не дают яйцо, друзья мои. Зато дали мне один скиллпоинт на двух моих ребятулек, которых я, естественно, буду прокачивать. Так, что у тебя, парень, есть? Так, ледяная кожа. При нападении на этого монстра атакующий с вероятностью 40% получает эффект заморозка. Ты понял? Слушай, ну мне вот нравится вот... А, это избиение. Ну давай выучим избиение, потому что я хочу вот насмешечку прокачать потом. Так, котейка. Ну что, давай, наверное, резкий удар... Нет, погоди-ка, давай-ка вот этот вот. 5% к шансу критического урона. Это пассивка. Угу. Все. Видите, вот здесь 10 уровень, да, новое древо, 20, а вот 30 это VIP. Интересно, а что такое VIP? То есть оно открывается только когда я получу 30 уровень, да? Ну, судя по всему, да. Так, поднимаемся с вами наверх. Слушай, а может быть здесь какой-нибудь секрет, а? Нет, нету. Ага. Вот так вот. И здесь у нас только лишь котеечки, да? То есть, подожди, а что там подпрыгивает, хочет... О, тут сундучок, друзья мои, мне, наверное, придется с ними подраться. Хочу этот сундучок вскрыть, но у меня не получится. Так, что ж ты будешь делать-то? Давай выбирать опять. Я беру орлика, берсеркера кота и нашего блобика. Так, погнали. Первый котофейчик получил. Ах ты, а так... Нет, когти все-таки будут получше. Естественно, друзья мои, если мы хотим с вами наносить очень сильный дамаг физически, да, нам нужно ставить такие вот и кормить, и ставить все, чтобы шло именно на физ урон. Еду лопать, шмотки одевать, в общем. Ой, подожди, не это я хотел, давай вот так вот. Потому что, да, кислота его убьет. Резкий удар. Ого, котофечек, ты главное у меня там держись, парнишка. Так, взрывом придется бомбануть. Коготочки, да? А здесь вот резкий удар. Покруче, хоть и стоит меньше, да? По манне, но бомбит пожестче. Так, и исцеление. Я этот сундучок посмотрю, что там сейчас лежит. Очень интересно, может быть какая-нибудь приблуда хорошая, классная. И уровень все-таки мы с вами будем получать. Так, ягодку получил. Видите, прокачиваются у нас монстрики. Это нам на руку. Грецкий орешек дает защиты 8. Угу, защиты 8. Так, давай-ка мы с тобой, дружочек, покормим, наверное, да? Так, грецкий орех, защита 8. Защита нам нужна, знаете, кому? Коту-берсеркеру. Почему? Потому что он ближник. Кормить. Грецкий орешек пускай съест. И крит-урон. Конечно, крит-урон. Смотри, у него критовка 12% в общем количестве. Плюс еще, мы не забывайте, выучили с вами пассивку на 5% к атаке. То есть, ну, за двадцаточку он набьет крит урона. Это хорошо. Так, а мы с вами идем сюда. Вот, по-моему, здесь-то мы с вами... Оп, оп, как так? Как так, ребят? Ну, почему? Почему я там пролетел мимо? Так, давай-ка... Ага, действие. Так, эту дверь я открыл. Здесь, значит, должен быть... Ребята, исполин стоит, смотрите. Ой, ёп, просто ты меня напугал. Фух, что-то резко как-то. Я хотел просто, думал, посмотреть поближе. Друзья, не знаю. Не знаю, смогу ли я его бомбануть, но попытаемся давайте.
Он все-таки 6 уровня, монах какой-то. Фух. Ну что, погнали? Так, кислотный дождь. Нет, давай начнем с выстрела с Лизи. Траванули чуть-чуть, да? Так, коготочки выпустить или... О, у нас регенерация есть на весь отряд. Давай-ка я поставлю, наверное, регенерацию. Шикарно. Так, а тут... А тут взрыв. Очень хорошо, кстати, действует, смотри-ка. Так, что он там делает? Молниеносные удары, да? Бедный блоб мой, а? Как всегда получает. Так, коготочки. Я даже не знаю, друзья мои. Ну, давай коготочки. Подожди, мы же можем... А, у нас... У нас второй-то уровень вот здесь вот. Значит, придется первым уровнем бомбить. Взрыв. Взрыв второго уровня. Слушай, ну мощный спалин на самом деле. Но он... А, он исцеляется все-таки. Слушай, а регенерация неплохо нам помогает. Вот серьезно тебе говорю. Очень хорошо бомбит, очень хорошо исцеляет. Вот если нам ее прокачать бы еще как-нибудь, да? До второго или какого там уровня. Было бы вообще шикандосик. Так, давай-ка. Главное, чтобы он не хилялся. Так, регенерация нам помогает. Блоб, вот, понимаешь, не хочу его брать в отряд, потому что он слабый. Ну, это единственный пока монстр, который у нас может хилять. Может быть, там нам выучить с вами хилочку где-нибудь, а? Как думаешь? Так, давай-ка хиляй ко мне Котофея, моего родного. Коготочками. Ай, как хорошо, крит идет просто отличненько. Ух ты, 196. Слушай, ребята, по-моему, сейчас монах будет у нас в кармане. По-моему, он сейчас будет у нас в кармане. Так, магическая стрела, она как-то она слабо отнимает. Приходится вот слизью бомбить. Главное, чтобы у меня мана не кончилась, а то мы с вами тут запоем песню. Без маны я ничего не смогу сделать. Видите, тут даже показано, что этот удар будет наносить минимальный урон. Стрелочка вниз, вы видите, да? Слушай, надо было реген манны где-то брать еще, чтобы еще и манна у нас восстанавливалась. Воу-воу-воу-воу. Котофея моего, пожалуйста, не трогай. Так, ну что, осталось немножко, и мы его вынесем отсюда. К ядрене фени. Пока, монах. Ну-ка. Слушай, а мы их не получаем, да, к себе в карман? Синий самоцвет. Редкий материал для улучшения первого уровня. Чего улучшать? Какого? Чего улучшать мы будем? Я не понимаю. Ой, как красиво, как хорошо. Слушай, ну я бы на самом деле хотел бы этого исполинчика себе бы заполучить. Чё? Получено К-поддержание. Регенерация маны. Вот, регенерация маны. Так, а мы с вами... Так, секундочку, это у нас... Ага, ага, я понял. Получено Акарина. Так, манна плюс 20, эффективность навыков исцеления активных и пассивных увеличивается на 15%. Вы поняли, да? Для кого предназначен этот артефактик? Естественно, нашему родному блобчику, господи. Так, а это скармливается? А, нет. Это у нас именно по снаряге идет. По снаряге идет. Защита. Да. Слушай-ка, ну, Акарина нужна. Манна плюс 20, да? А здесь... Вот, вот, наверное, вот сюда мы вместо книги поставим Акарину. Вот так вот мы с вами сделаем. Так, и кормить. Кормить нам нечем, у нас ничего пока нету. Есть очко навыков, skill point. Поэтому давай глянем сюда и прокачаем мы, наверное, исцеление. А это что такие? Навыки исцеления активируют дополнительный эффект исцеления в размере 30% от магии. Давай-ка, давай, конечно, конечно. Это будет эффективно для нас. Так, здесь мы с вами... Что же можем прокачать? Что это такое? Критический урон плюс. Это 15% крит урону. Но он же у нас не критовик, по-моему, да? Он, хотя магия, может быть, тоже критует. А, так, приспешник на весь отряд... Атака, рейтинг увеличился на 1. При наложении любого положительного эффекта накладывается дополнительный случайный положительный эффект. Слушай, вот это хорошо. Ну, я думаю, что мы с вами
Атака увеличивается на 8. Плюс 1, да, получается? Хорошо, изучаем. Ага, я вижу, наверху он там подросло у нас. Ух ты, это что такое? Урон землей увеличивается на 50%. Опа. Урон ветром снижается на 50%. Ага, ха-ха. То есть ему лучше не драться против земляных, я так понимаю, да? Ясно. Так, подожди, нам дальше нужно кого прокачать-то? Орлик, орлик ты наш, а что бы тебе вкачать-то такого? Я бы хотел бы хилочку, но нету хилки у него, нету. А что это такое? Первичный шок накладывает эффект шок на случайного противника в начале боя. О, давай, будет неплохо. Так, здесь, что тебе, парень? Так, я хотел, знаешь что? Так, это что у нас такое? При каждой атаке дополнительный удар наносит урон в размере 10% от максимального уровня здоровья. Не, давай насмешку. А, у меня нет очков, навыков, елки-палки, все, понял. А что ты, йогурт, не получил-то уровень? Ё-моё, я думал, ты, как и все. Но нет, он слабачок оказался. Или слишком пухлый, чтобы получить уровень. Так, давай-ка травку эту мы разрубим, она нам тут не нужна. Красный самоцвет, редкий материал для улучшения первого уровня. Чего? Я так и не понял, друзья мои. 150 г, голды. Так, а сюда что? Так, погоди, а где паренек у нас стоял? Помните, в свое время он говорил, пробей невидимую стену. Вот здесь, по-моему, да? Ха-ха-ха. Чего там? А, сундук. Зелье сброса навыков сбрасывает дерево навыков монстра. Ничего себе. Даже такое тут есть. Секундочку, а куда же мне теперь валить-то надо? Я... Ой! Совсем забыл, господи. Побежал радостный. Ладно, давай выберем хоп, хоп и хоп. Совсем забыл про них. Ну, в принципе, друзья, ничего страшного нету. Сейчас быстренько мы их раскумарим. Они сосунки для нас. Уже сосунки. Так, выстрел слизи. Вот магическую стрелу. Почему-то дальний получает урона больше, чем ближний. От чего это зависит, пока не знаю. Ага, коготочки. А, взрыв. Ну да, максимально идет тут взрыв. Сразу убили. Че себе. Так, и магическая стрела. Нормуль. Так, ребята, он же... Помните, у нас в начале каждого хода они получают шок. То есть это пассивка, оказывается. Ясно. Я думал, что он будет получать шок только в том случае, если мы будем в него бить молнией. Так, получил картошку. Левел дадите? Ага, спасибочки, спасибочки. Котофечик получил уровень вместе с йогуртом. Ну-ка, давай глянем. Так, навыки. Так, здесь... здесь нам что? Вот, давай-ка вот это, наверное, прокачаем, да? Резкий удар. 250% физического урона. Это очень хорошо. И наш йогурт. Наш йогурт будет на смешечку, я хотел. Вот так. Посмотрим, ребята, как она работает. Ну, а теперь нам нужно что? Подняться на самый верх и пойти в направлении уже, как говорится, тропы хранителя монстров. Да ведь? Встать, так сказать, на истинный путь свой. Тут блобчики вон радостные бегают. Мы с ними не будем, наверное, драться, да? Ать! Как они подлавливают. Они подлавливают, ты понимаешь? Погоди-ка, или нам еще выше нужно? Вот гусеничку бы эту получить. Хотелось бы, серьезно тебе говорю. Так, ну здесь я был. Здесь я был, а вот дальше что меня не впустило? А, меня не впустило то, что... А, не помните? Ага, вот тут уже не пере... что мне сказали, да? Ты вначале должен пройти путь... Типа, такой-такой путь, а потом уже ты можешь, типа, суваться вниз. Ага, здесь потайной. А, нет, какой, друзья мои. Слушай, а вот здесь вот интересно, а как я должен... Хм. Ну, давай, я, предположим, возьму... Вот как вот тут вот? Да что ж ты не то нажал-то? Пусти меня пока. Странно. Здесь не получится у меня подпрыгнуть, поэтому... Только лишь один вариант, друзья мои, идти вот по этой дорожечке. И впустили меня, как ни странно. И впустили меня, так, отойди от меня. Подлавливайте, да? А вот не тут-то было. Вау, крепость хранителей.
Это крепость хранителей, дом всех хранителей монстров. Добро пожаловать, хранитель кандидат. Они даже уже знают. Видимо, у меня звездочка на груди, что они меня уже определяют, что я хранитель кандидат. Ну, здорово, здорово. Ой, это с ним можно поговорить? Даб-даба. Понятно. Не особо разговорчивый парень. Здесь, в крепости хранителей, монстры живут рядом с людьми. Мы растим их своими друзьями. Монстр, воспитанный человеком, никогда не нападет на человека. Понятно, спасибо за информацию. Так, у вас тут крепость, я смотрю, не кислая, да, такая? Обычно исполины встречаются очень редко. Но в последнее время их видели во всех частях заповедника. Ага. То есть я буду теперь еще, скорее всего, и исполинов тут уничтожать для них. Так, подожди, а почему? А, воу, сундучок на меня спрятали. Нет, ребят, я каждый закоулок проверю. Что, шанс крит уровень плюс 7? 40 это магический, да, получается? Ну да, посох, конечно, магический. Ёлки-палки. О чем тут спрашиваешь? Ох, сколько вас здесь. Ох, сколько. Блоб. Спокуха, не трогай меня. Шкура. Защита плюс 20, здоровье 90. О. Так, ну что. Так. В окно не могу вылететь. Давай, барышня, с тобой потрещим. Я думаю, самое важное для хранителя монстров — это подобрать правильную диету для всех своих монстров. Да ты что. Правильное применение системы комбо — это ключ к высокой оценке в бою. Тебе напомнить, как она функционирует? Нет, спасибо, я уже помню. Чем больше комбо, тем больше атака, тем больше у тебя идет начисление звездочек. Ты знаешь, что оценка эффекта зависит не только от количества наложенных эффектов. Она также растет, когда противники получают урон от яда, ожогов или окоченения. Моя стратегия заключается в том, чтобы держать оборону и позволить противнику ослабеть от отрицательных эффектов. Да, в принципе, я... такого же мнения. Я тоже накладываю отрицательные эффекты всякие, там, отравления, ожог, молнии, там, чтобы они хоть постепенно маленький урон получали, но получали. Да куда он меня потащил? Привет, друг хранитель. Ты знаешь, как работает бонус исполнения в системе оценки? Исполнение в системе оценки? Ну, объясни. Бонус исполнения начисляется главным образом за то, как ты пользуешься системой комбо. Твои первые два монстра увеличивают бонус, а если твой счетчик комбо будет достаточно высоким, последний монстр увеличивает бонус в зависимости от того, какой урон он нанес по отношению к здоровью противника. А еще бонус увеличивается, когда ты умело пользуешься слабостями противника. Ну, я понял. Чем, как говорится, максимально давишь ему на больное место, тем лучше для нас. Так, ну что, давай сходим, наверное, еще на второй этаж. Вот здесь вот посмотрим, кто тут у нас сидит. О, спаленка. Так, ты что, хочешь мне предложить поспать маленько? Не забывай запасать достаточно припасов. Мало ли, какие темные времена могут ждать нас впереди. Запасать, хорошо. А ты бы, парень, продал бы мне хоть что-нибудь? А то говорить-то гораст. Не хочешь, да? То есть... сам там сидит, да, чеснок, сосиски там у него коптятся. Запасайся, говорит, запасами. Воу, а вот это уже интересно. Купить, продать, конечно же, да. Ой, соблазн-то какой пошел, друзья мои. Так, шанс крит урона, регенерация маны, защита, крит урон. Что там кольцо жизни дает? Здоровье 125, оу. А сколько у меня голды вообще? А, 700, да? Мана 49, раковина защиту дает. Ох, шикарно. Хм. Смотри-ка, 40 к атаке дает, 30 к атаке. Ой-ой-ой, как смачно. Блин, может быть, взять вот эти когти, а? Еще и регенерация маны идет. Для котейки-то пойдет. А что у нас у котейки? Давай посмотрим, что у него вообще одето, что там у него за оружие-то хоть. Ну-ка, по снаряге. У него вшивенькая палка, которая что там дает? 25 к атаке. Не, 25 к атаке не пойдет. Нам нужно купить что-нибудь действительно стоящее, согласись. А это будет именно когти. Ну да? Пускай без магической тоже как-то. Ладно, фиг с ним, я куплю.
Да, не кисло, конечно, все это стоит, но тем не менее. И надо нам здоровиться. Да, здоровиться я прикуплю. И денег осталось всего лишь 150 монет. Ребят, я все, в принципе, профукал. Ну как профукал? На нужды, конечно же. Так, снаряжение. Котейка радуйся. Никакой тебе деревянной палки не надо. Вот. Да, мы теряем с вами в магическом, как говорится, уроне, но он же у нас физик. Поэтому нормально. Для него будет самое то. Так, и колечко жизни. Прикинь, 125. Ух, в плюсике. Шикарно. Так, браслетик отлично. Тут все у него на защиточку стоит. Так, а посмотрим, что у нас. А почему Окарина здесь выглядит вот таким вот желтым? Это что ли, как бы, ну, не раритетный, а как бы, ну, эпический предмет, что ли? Так, что мы можем поставить нашему Айра? Он у нас маг. Слушай, а у него, по-моему, избиение есть. Это тоже как бы физуха, да? Так что давай, наверное, защита плюс 20. А что-нибудь посущественнее есть у нас? Защита и магия плюс 10. Давай вот так вот сделаем. Так, вот у нашего толстячка-то вообще ничего не висит. Поэтому давайте-ка мы, наверное, оденем ему. Так, шкура. Шкура обязательно. Защита плюс 20, ага. И вот это, я думаю, лучше, да? Манна 20-очка и регенерация плюс 12. Потому что кольцо поддержания всего лишь дает регенерацию, ну, плюс 18. Ну, невыгодно. Так, а что у тебя, парень, есть? Купить. Зелье сбрасывания навыков, слеза феникса. Ага, понял. А у тебя? Купить. Грецкий орешек. Картошечка, ягодки и манна. Все понятно, ребята. Все стандартненько. Хм, а это что у нас? Еще следующий хранитель? Фамильяр, видите у него? Эй, салага! Уже обзавелись первыми монстрами? Салага, я кандидат к твоему сведению. Осторожней, поблизости недавно видели исполинов. Причина такого переполоха пока непонятна, но я собираюсь ее выяснить. Я рад за тебя, Юлия. Я за тебя очень рад, а я пойду вон прогуляюсь маленечко наверх. Ох, кстати, кристалл. О, кузнец. Кстати, сейчас, наверное, мы с вами посмотрим, что значит улучшение первого или второго уровня. Ты молодой хранитель монстров, да? Я кузнец и изготавливаю доспехи и оружие для монстров, и я могу улучшить твое снаряжение. А для начала я подарю тебе немного материала. Получена медь, получен хлопок и красный самоцвет. Также зеленый самоцвет и синий. Используй их, чтобы улучшить свое снаряжение. Ага. Ага. О, смотри-ка, что мы можем сделать. А ну-ка покажи мне весь список. А что, мне только на... А, вот, вот так это делается, да? Ага, понял. Интересно. Так, коготочки могу? Могу, друзья мои. Ух ты, а что для этого нужно? Ага, медь и синий самоцвет. Ага, давай, согласен. Котейка, вон, когти плюс один, шикандос. Так, Блоб, давай немножко тебя, хоть чтобы ты был посильнее. Но мне кажется, нам... А, это защита идет. Защита, а не атака. Так... Мышка, уйди отсюда, не мешай. Так, значит, нам нужно что сделать с вами? А почему у меня на Блоба все по защите? А, вот, смотрите-ка, мана плюс 28. И уже 16, на 1% всего лишь. Ну, что-то как-то мне не нравится. Слушай, а тут неплохо. По 20-очке, кунайчики, я думаю, надо нам улучшить. Что-то у нас очень мало с вами... Да ладно, всего 1%. Меня такой расклад не устраивает. А тут на 6, да? На 6. Я просто боюсь, сейчас мы потратим с вами все, а там, может быть, найдется что-нибудь получше. Давай пока не будем все тут сливать. Так, дай-ка я поговорю вот с этим. Хочешь помочь нам укрепить армию крепости? Ты можешь пожертвовать крепости яйца, которые тебе не нужны. А мы выведем из яиц монстров и обучим их. За каждое яйцо ты получишь компенсацию. Кроме того, каждое подаренное нам яйцо увеличивает силу армии монстров. Когда армия монстров достигнет определенного уровня силы, ты получишь особую награду. Ух ты какой, ты посмотри. Слушай, нифига тут можно что дальше. Дай-ка я вот этот вот кристаллик трону.
Его не надо трогать, да? Он уже сам активировался. Вы поняли? Теперь, значит, если у меня будут дубли, дубли монстров, я могу их отдавать сюда, и у меня будет какая-то репутация расти, за которую я получу вознаграждение, когда она подрастет. Мы совсем недавно перебрались в заповедник. Нам казалось, что жить в таком месте будет так интересно. Мне уже удалось поймать первого монстра. Я вижу, у тебя тоже блопная. Ты же стал хранителем монстров совсем недавно, да? Ну да. Так сколько у тебя уже монстров? 5 штук, по-моему. Дорогуша. Ну ладно, поболтали и хватит. Да что, сколько тут башня хранит. Подожди, башня хранит. О, башня хранителя уже какого-то там бордового цвета. Дай-ка я вот сюда вот. Нет. И сюда можно сходить? Ух, целая библиотека. Это архив крепости хранителей. В этих книгах излагается история заповедника монстров в течение столетий. Ага, понял. Я люблю читать про разных монстров. Понятно, девочка. Просвещайся, как говорится, дальше. Да что ж такое, что это за крепость такая бесконечная ты? Я уже ее тут припарился исследовать, если честно. Давай вниз вот сюда вот пойдем. Вот тут у нас тоже проход есть. Какой-то у нас это... Ну, погреб, подпол. Так, что-нибудь такое хорошенькое здесь. А-а-а, 2 сундучка. Сброс навыков и плащик. Плащик, а в этой сторонке... Чувак стоит. Так. Этот проход ведет в синие пещеры. Другие хранители сообщали, что видели там исполинов. Да ладно, серьезно что ли? Ой, а это исполин или кто? Нет, хранитель. Привет, друг хранитель призрачного фамильяра. Я Уилл Хекет, хранитель призрачной жабы. А ты, наверное, Рэй Моррис. Уже слышал сплетни? Говорят, в округе появилось необычно много исполинов. Вот загадка, правда? Вот было бы здорово, если бы мы одного такого выследили, а? Нас бы тогда начали уважать в крепости. Может быть, я даже смогу выяснить, откуда взялись все эти исполины. Может быть, это неестественный феномен? Я совсем недавно выявил своих первых монстров. Я изучал монстров и все такое несколько лет, но до сих пор иногда путаюсь. Я думаю, мы должны поддержать друг друга. У 2 других хранителей призрачных фамильяров есть перед нами преимущество. Леонард немного старше нас, так что у него побольше опыта. Юлия стала хранительницей монстров в очень раннем возрасте, поэтому и у нее уже много опыта. Они оба уже хранители Уланы, а мы всего лишь кандидаты. Значит, они на 3 ранга выше. Ну, раз уж вокруг куда больше исполинов, чем обычно, мы наверняка сможем их догнать. Вот этот журнал с описаниями монстров поможет, может тебе пригодиться. Не беспокойся. Это дедушкин, а у меня еще один. Я получил журнал монстров, могу посмотреть его в меню. Эти журналы придумал мой дедушка. В них много пустых страниц, но они будут заполняться по мере того, как ты будешь находить новых монстров. Воу-воу-воу-воу, тихо. Эй, что ты тут делаешь? В синих пещерах опасно, ты случайно не знаешь, что происходит? Я Леонард из рода Нарасимха, разберусь с этими исполинами. Это задание не для салаг. Это мы еще посмотрим. Глупец. Что-то подсказывает мне, что нам стоит быть поаккуратнее с Уиллом. Леонард, с другой стороны, и я надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь превзойти его в ранге. Это будет полезно для его самомнения. Ребят, мне тоже этот Уилл показался каким-то мутным, потому что он как-то втихаря все это хотел замутить. Но, надеюсь, мы с вами ошибаемся. Ну что ж, друзья, я думаю, что на сегодня серийку мы, наверное, закончим, да? Обязательно увидимся в следующей. Вы уж пишите свои комментарии, свое мнение по этой игре. Ну и, может быть, какие-то пожелания у вас будут. Ну а с вами был Рей. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.